Группа из 29 участников медицинского семинара в конференц-центре немецкого города Хандела в земле Нижняя Саксония госпитализирована, предположительно, из-за отравления наркотиками, сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на местные власти. Участники врачебного семинара после полудня начали испытывать галлюцинации, судороги, болевые ощущения, а также приступы удушья и тахикардии, сообщил представитель службы спасения города Харбург Матиас Кальбрандт. Пока не установлено, как именно произошло отравление. Однако Кальбрандт не исключает, что ответственность несут сами участники. Согласно информации телерадиокомпании, вызов в службу спасения поступил в 14:25 по местному времени, 13:25 МСК. На вызов прибыли более 160 сотрудников службы. Также в операции были задействованы вертолеты. По данным предварительной экспертизы, члены конференции отравились синтетическим наркотиком из группы амфетаминов. Полиция начала расследование случившегося.